Значит, две вещи, две мысли. Одна мысль – рефлективная форма отличает себя от чувства и сознает себя как действие, когда мыслит воспроизведение как воспроизведение. Переход как переход. Только в этом мышлении возникает, и когда рефлектирующая форма отличает себя от чувственной формы, она отличает на почве одного предмета или одной единицы. Но только потому, что мы не имеем опыта одной единицы, имеем опыт вот-вот. То есть одна единица, один предмет конечный мыслится, чтобы мыслился другой. То есть ситуация вот-вот, ситуация множества, она для нас исходна. Поэтому, когда на почве одного возникает развлечение мысли и чувства, только потому, что опыта одного, повторяю, нет, а есть опыт вот-вот. То есть опыт множества. Опыта одного конечного предмета у нас нет. Опыта вот не существует. Существует только опыт вот-вот. И поэтому и получается, что рефлектирующая мысленная форма отличает себя от чувства и сознает себя действием в мышлении перехода как переход. И вторая мысль в том, что мышление перехода как перехода, то есть опосредование как такового, или опосредование как опосредование, даже как сказать. Ну, понятно, что опосредование и переход не висит в воздухе, он посредует что-то и что-то. Это отношение между чем-то и чем. Но тем не менее, вот он мыслится как опосредование. Вот это мышление перехода как перехода и опосредование как опосредование дает нам одновременность сторон. Не последовательность, а одновременность. Вообще, когда мы окажемся в ситуации вот-вот, то мы, в зависимости от того, как мы мыслим опосредование, мы имеем и разный феноменологический опыт. Понятие следующее у нас возникали тем способом, что мы поняли переход как неотличимый от того, к чему переход совершается. Само мышление перехода дает нам понятие другого, напомню. А поскольку другое точно такое же, как первое, то другое становится следующим. Само мышление перехода уже есть понятие иного. Иного точно такого же, значит, мышление следующего. Также мы, видоизменив понимание опосредования, получили большее, когда следующее мыслится вместе с отношением, получается больше. При этом отношение отличено от следующего. Они мыслятся как одно движение в две части, в два шага, получается больше. Теперь мы мыслим отношение как отношение, без того, откуда, что с чем соотносится. И мы получаем одновременность. Получаем одновременность двух предметов, или, можно, наверное, сказать, двух единиц. Одновременность двух единиц, что получается? Когда мыслятся две единицы, и мыслится отношение между ними как отношение, то мы долго вчера, в прошлый раз спорили, но я так, честно говоря, и не вник, почему, собственно говоря, если мы имеем, то есть получается, что мы имеем один плюс один, предмет плюс предмет, именно всего одновременно. Но при этом же не следующий, не второй, не больший, а рядом стоящий. Так вроде рядом стоящий не получается, у нас же воспроизведение идет.
это последовательно случается? Это не последование, потому что... Ну, вот же это последование. Один закончился, другой начался. Он же ведь потому и тот же самый, потому что как бы один предмет. У нас только воспроизведений два, а предмет-то один. Ну пусть. Но теперь он уже не следующий. Когда переход мыслился неотличимо от того, к чему переход, получалось следующее. Теперь переход мыслится как переход. То есть он отличим и даже как бы мыслится независимо в какой-то момент. Нет, это логически, конечно. Предметы их не два, не одновременно два предмета, а просто... По-другому. А почему? Если мы мыслим отношения, если рефлектирующая форма отличает себя и сознает себя как деятельность, мышление перехода как перехода, то само это мышление перехода как перехода дает нам одновременность двух предметов. Нет, это дело в том, что у нас же переход во времени происходит. Одновременно бывает это пространство. То есть мы должны созерцать два предмета. А во времени у нас это последование. Так уже нет времени. Если мы помыслили само отношение, само опосредование в качестве собственного опосредования, то у нас уже нет последования, нет времени. Кончилось время. Ну тогда и весь ряд распался. У вас кроме двойки ничего нет. Все распалось. Времени нет, ряда нет, ничего нет. У вас есть только отношения. И больше, чем два, вы ничего не получите. Если двойка получаете, может быть, то больше ничего. То есть, если мы соединимся с тактом, то только двойка, да? Ну, получается так. Отношения двух и все. А куда дальше двигаться? Ряда-то нет. Ряд удерживается, пока есть время. Ну, времени нет в том смысле, что нет следующего, потому что следующее после предыдущего. А второй предмет... или еще один предмет, он существует вместе с тем, который еще один, был один, теперь один еще один. Был один еще один, а теперь один еще один и еще один. Это уже не следование, то есть следование тут есть, конечно. Был один еще один, а теперь один еще один и еще один. Можно назвать это последованием, но это такое последование, я говорил, как разворачивание свитка. Это уже другая ситуация, как ее ни назови. Не предметы считать предлагал, а воспроизведение. Зачем нам предмет нужен? Один воспроизводится предмет или много? Какая разница, если каждый раз новое воспроизводство? Считать-то надо, наверное, воспроизводство, вот как указание пальцами. Анатолий говорил, что там обезьянка считает, сколько указала пальцев. И даже если неправильно указал, то тем не менее посчитал эти указания. То есть она ошибается, сколько предметов, но сколько пальцев вот она указала, то есть сколько она сделала, условно говоря, воспроизведения, она считает. Мы что считаем, предметы все-таки или воспроизведения? Ну как вы в указывании отличите предмет от воспроизведения? Указывание и порождает предмет, как конечный предмет. Вообще при этом предмет от воспроизведения не отличаются, мы говорим об указывании. А потом мы все более подробно мыслим о посредовании. В простом вот-вот опосредования никакого нет. Поэтому мы говорим, что это просто множество и все. Следование есть опосредование. То есть уже мыслим переход. А когда мы берем переход уже как вполне самостоятельное опосредование, то возникает вот такая вещь. Один, один и один, один и один и один, один и один и один и так далее. Этот один-то есть? Но если есть указывание, то есть и один.
Один вообще ничем не отличается. Нет, вот, я. Всегда есть вот-вот. Значит, и один нет. Просто есть вот-вот-вот-вот, бесконечное указание. Ну, единица в том смысле, что единица вообще существует как множество единиц. Если говорить о единице, то единица существует как множество единиц. На мой взгляд, это единственное возможное определение единицы. Потому что единица как просто единица, это не число. Когда мы видим в математике допущение, пусть n – это натуральное число, то здесь никакого пусть нет. Это просто не может быть. Это сущность. Нет числа. В простом n нет числа. Даже как бы дыма от числа нет в простом n. Это сущность. Некий конечный предмет. Я напоминал из Аристотеля. Один человек и один одно и то же. Это сущность, но не число. Числом просто не пахнет. Число возникает только, когда мы тыкаем много раз, на мой взгляд, только так можно получить, если говорить о понятии единиц, только так можно получить понятие единиц. Как множество единиц. Но можно говорить, что вообще нет единицы. А есть вот счет. Когда возникает последование, после вот-вот возникает последование, то есть мышление перехода от вот к вот. Возникает последование, тогда возникает счет. Сначала порядковый. Можно говорить, что единицы вообще нет. Или единица, способ определения единицы как множество единиц. Такого способа определения единицы нигде не встречал, и думаю, его и не может быть в математике. Почему-то не думает, что его не может быть. Но у нас получается так, если говорить о единице, то ее способ существования единицы, способ мышления единицы, это вот-вот-вот. Так оно может быть и проще бы все устроено, не вот-вот-вот, а всего лишь 0 единица, то есть два элемента всего лишь. Поскольку они относятся между собой, то вот они и задают нам ситуацию числа. Но там не будет ни тройки, ни четверки, ни двойки, ни семерки, ни восьмерки, будет только 0 и единица. Двоичная система. Да. Вот такая система. Система двоичная. А как она получается? Интересно, а как она? Ну, у нас есть как бы два элемента, которые относятся друг с другом. То есть вместо того, чтобы мы, как мы полагали, мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, мы считаем так. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Всякий раз у нас любое число соотносится с другим числом. Для единицы это два нуля слева и справа, а для нуля это две единицы тоже слева и справа. Они между собой отличаются. Но их определенность, то есть их различие в определенности не предусматривает какую-то двойку. И мы живем в таком вот специально двузначном мире. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Вот такой мир тогда оказывается. Там каждый раз повышается порядок. Да. Понимаете, когда я думал над этим вот-вот, то возникает мышление множества, но, ну да, если 0 и 1, только не нужно говорить, что это различие, да? Это не различие. 0 и 1 – это не различие. Ну, различие как раз различие. В электронике так они изображают. Чистое различие. Чистое различие. В электронике потому что есть топ, либо нет. Есть двойка, тройка, четверка, мы что-то к этому различию дополнительному добавляем. А здесь это различие получается. Чистое различие. Да. Чистое различие. И с помощью этого как раз делается компьютер. То есть программируется 0,1. Это наличие только отсутствие. Ну не важно, что с этого делается. Это просто как дается в электронике 0 и 1. Либо есть топ, либо нет. Потому что в указывании предметы, конечно, не различаются. Они составляют множество, но они не различаются. Нельзя сказать, что это вот один предмет, это другой предмет. Этого никогда нельзя сказать. Вот-вот дает нам просто множество совершенно одинаковых. Ну это понятно, что мы просто. Но раз множество, то может быть. Всякий раз приходим. Нам для того, чтобы получить число, нам нужно, чтобы там появилась некая дополнительная определенность. И вот это мне раньше казалось, что мы
работая вот здесь с натуральным рядом, действительно, вот сегодня подумал, с утра встал, показалось, что работаем это всего лишь вот с такой последовательностью 0, 1, 0, 1, 0. Не, на самом деле мы можем по-разному к этому отнестись, вот-вот-вот, мы можем там и как называется, десятизначное, система исчисления может быть двузначная и так далее. Может, ну, это не важно, система исчисления здесь не при чем. Ну, просто она, это же некий произвол же, как-то. Она не делается. Очень, очень важно, что, казалось бы, в этой ситуации, когда мы мыслим переход к качеству чего-то самостоятельного, да, это переход мысли с качества самостоятельного, но это переход один и тот же. Между единицей и нулем, между нулем и единицей. А нет перехода, а чтобы у нас был переход от двойки, тройки, 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 четверки, нужно что-то еще добавить. А то вот жить вот, замечательный такой мир, в котором есть два числа всего лишь. То есть нет натурального ряда, а есть два числа всего. Ноль и единица. Не, натуральный ряд-то есть. Ну вот нет. Цифр же две, а уже может все числа натуральные. Не-не-не-не-не-не. Здесь никак из них не получить. Ты не получишь отсюда, ты не надо сразу позиционной системы числения подмешивать. Нет, из него ничего не получишь. Будешь 1 и 0, 0 и 1. Вот так и будешь. Ну, не знаю. Может, какой-нибудь индейец задумается, что еще есть много, кроме отсутствия наличия одного и много сразу же. Ну, на самом деле, 0, 1, 0, 1. Вот такой вот мир. Потом мир такой достаточно взрослый. То есть на него можно оснастить всем чем угодно, и умножение там будет свое, и сложение будет свое. Ну вот такой бедный, с двумя числами, при этом все у него будут, если мы с ним поработаем, все признаки высокоразвитого поля. Поле только математически будет более сложное, чем угодно. Там будет свое сложение, будет свое умножение. Давайте еще раз. Значит, есть вот эта исходная ситуация. Да, есть еще ситуация вот-вот, когда мы движемся, но не понимаем, что мы движемся. Теперь мы этот переход отрефлексировали, положили как бы. Вот когда мы движемся, но не понимаем, что движемся, это уже 0,1? Нет, это всегда 1, 1 или 0, 0, 0, 0, 0. Воспроизводство одного того же. Потом мы не отдаем себе, поэтому числа здесь нет. Мы как бы вот. Ну как такой дебил шимпанзе, бац, пальцем показывает, но всякий раз вот этого нет. Числа здесь как бы нет, 0, 0 и 1. Теперь мы положили, таким образом мы положили их рядом, два объекта, первый и следующий, и соотнесли их друг с другом. Вот тогда у нас появляется число. Но это вот соотнесение, оно чистое. Поэтому оно не порождает нам двойку и тройку, оно порождает всегда различие между нулем и единицей. И в следующий раз мы будем воспроизводить это отношение. Это будет опять... просто различие порождает, да, да, и это будет опять 1-0. Вот такое вот различие будем порождать. Вот так, казалось бы. Ну, черт его знает. Если мы получили понятие следующего... Да, и вот такое вот это. Раньше думали, что то, что мы работаем, является порядочным множеством. А теперь с математической точки зрения оно является частично порядочным множеством. Частично. То есть всегда у вас в любой паре объектов задано это отношение, кто из них следует один за другим. Ну и все. То есть нет вот всего этого бесконечного. Ну это из разряда, Олег Николаевич, помните, я говорил, что можно же каждый раз следующий получать. Не следующий, следующий, а следующий. Да. Вот то, что Игорь говорит, да. это вот затыка, что каждый раз просто следующий, все. То есть предыдущий, следующий, получается, как вот раскладывается весь ряд на предыдущий, следующий. Каждый раз предыдущий, следующий. И то ли мы и двигаемся, то ли стоим. Вот это будет частично порядочное множество, да. Но Олегу Михайловичу мы говорили, что как бы можно пытаться дать следующий, следующему. И с этого сдвинуться, с этого. Ну вот не получается. То есть нет для этого основания. Все упирается в старую штуку, что мы очень плохо понимаем, что такое 7 морков. Мы понимаем, что такое 7 морковка как-то. А что такое 7 морков? Никак.
Мне казалось, что все морковы понимаются при сложении. Ну, так вот здесь тоже можно сложение свести. Но оно будет такое сложение, что, что такое все морковок мы не поймем никогда. Мы как получили, получали следующего? Дело в том, что мы мыслим отношения. Мыслим отношения. Мыслим переход, и мышление следующего совпадает с мышлением отношений. Отношение есть, оно еще не явлено как отношение, не отличено от следующего, но оно есть. Есть отношения следующего и предыдущего. И поэтому, когда мы мыслим опять следующее, то оно является уже некоторым образом отношением к отношению, хотя еще и не явлено. А значит, есть следующее и следующее. Ну, вот это и есть такая штука. Ну, как задается сложение на двух числах? Ну, короче, страницу истинности. Вот она, таблица истинности. Там дело вижу, пишет большое. У нас дается вот так. Таблица истинности. У нас здесь есть результат, вот здесь будет. А здесь будет итог, да? А здесь у нас есть 0,0, ну вот у нас там 0,0 дают в сложении 0. 1,0 дает в сложении, который дает в сложении единицу. 0,1 дает в сложении опять единицу. 0,1,1 дает в сложении опять 1. А не ноль? Хотелось бы вот это сделать, да? Но тогда оно не будет у тебя группой. Я об этом сегодня думал тоже, да. Как бы инвестиция, как плюс. Да. Вот так было бы лучше. Вот то, что вы говорите, вот то, что сказал Булат, вот это с ноликом. Вот так было бы. Но тогда у вас не будет группы. То есть это будет не сложение, в общем смысле. Ну вот, с этим тоже можно работать. Почему нет? Точно так же, вот, всякий раз дается прибавление единицы дается. Опять прибавили единицу, блин, получили ноль. Ну вот, как-то так. Ну это чистое различие, конечно. Да. Построено на чистом различии. На чистом различии, да. У нас есть... Различие требует двух, естественно. Да, различие между нулем и единицей и чистое различие. Оно не предусматривает. Она строит на себе, здесь мы можем построить сложение. Как-то строим. И она будет, в общем-то, вашей логике. Ну, если совсем уж была здесь прав, я об этом тоже сегодня вот как бы рассуждал, то тогда оно не будет сложение вполне. Ну, когда там 1,1 будет давать 0, а, ну, из вашей логики получается именно так, а не единицу, то тогда мы будем иметь проблемы большие. И вот на этом деле мы можем дальше умножение построить точно так же. Мы построим умножение, как нифиг делать. И у нас будет вот такой богатый мир со всеми признаками развитых действий. Есть и сложение, и умножение. Но элемента два. Ноль и единица. А почему 1,1 дает? Или 0, или единица? Ну, это минус на минус дает плюс. Нет, если 1,1 и 1, если это сложение, то они должны давать единицу. Вот как они формулируются. Но по вашей логике исследования, они дают ноль, как другой элемент. Ну, казалось бы, так. Ну, примерно та же логика, как минус на минус, дает плюс. Нет, здесь это именно сложение. Я понимаю, но я говорю примерно, чтобы понять еще. Как инверсия. Если инверсия два раза, то возвращается. Просто это был плюс, да? Это был плюс. Ноль, как можно сказать для общего развития. Есть как бы инверсия. Ноль инверсия. Это две. А себе инверсии, то возвращается. Это был плюс. Вот такой плюс был. Вот здесь тогда получалось как бы, да, единица. А если сделать минус, да, ой, если сделать знак умножения вот здесь, вот умножение будет, то это будет 0 здесь. Ну и только здесь будет единица. У нас будет две операции. Одна сдаваемая предыдущей таблице истинности, и вот такой таблице истинности. Тоже такой мир. То есть две развитых операции, то есть большой солидный мир, это называется буевая алгебра, такая система. Вот такая. Еще не совсем, еще есть отрицание, операция отрицания. Угу. То есть 0 это не 1, а 1 это не 0. То есть еще отрицание, и тогда все это называется буевая алгебра.
Но всякий раз, когда мы здесь получается число, потому что именно разница между нулем и единицем – это чистое как бы различие. Но с другой стороны, к сожалению, это единственное различие. Нет вот различия между двойкой и двойкой. А если это 0 и 1? Вот мы живем в таком вот мире. Здесь 0, 1, 0, 1, и все, больше ничего нет. И здесь даже дальше можно задать это, и все исчисление. Нельзя, потому что нет натуральных чисел. Нельзя. Не, ну можно задать, я имею в виду дальше, как двигаться. Нет, позиционная система исчисления. Вы система исчисления как не имеет отношения к тому, что я рассказал. Не, ну вот у тебя как 1 плюс 1, это может получается 0. Это же можно назвать как переполнение степа, как 10. Как следующий порядок, как сдвиг. Ну, может быть. Ну это не знаю, не имеет отношения. Не, ну как в компьютерной технике, это же все в компьютерной технике же будет в алгебре работать. Так вы все-таки хотите сказать, что нету ситуации следующую-следующую, да? Не, почему я не... Ситуация есть следующего-следующего. Ситуация, если у нас первый был 0, следующий был единицей, то следующий-следующий будет опять 0. Вот это мы хотим сказать. Угу. Я Игорь это хочу сказать. Я это как бы думаю, что переход-то есть. То есть вот такая штука. И вот мы живем в мире. Новый качество. Мы считали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Даже возьму себе 11 сказать дальше. 11. Количество. 11. Ну, то здесь мы бывает 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Вот такой мирок как бы получается. Если раньше мы думали, я думал, по крайней мере, что это просто мы строили ну, первоначально некое порядочное множество. Теперь оно частично порядочное множество. Угу. То есть берем у вас две соседних пары и понимаем, что одна из них больше, а одна следует за другой. Не, можно же обратно рассуждать. Раз у нас натуральный ряд есть в нашем как бы, опыте, значит, он как-то же нам и получен. И значит, мы на него вышли, значит, как бы движение существует, мышление, значит, этого натурального ряда есть. Надо воспроизвести, как мы его получим. То есть не обязательно даже 0, да? Можно сказать 1, 2, потом снова 1. 1, да, да. 1, 2. Да любое различие, плюс-минус. Вот mm-hmm. Игорь, вообще-то на уровне таких двух значков. Mm-hmm. Два значка каких-то, которые просто чистые различия, да? Обозначает просто, что они разные. И все. 0,1 это что, да, это способ записи. То есть само по себе следующее, и даже следующее следующего, все равно не требует больше двух значков. Да. Да. А почему, если следующее следующего – это некое новое качество? Ну и следующее, а и следующее следующее – это же и нечто иное? Ну вот оно не требует, потому что всегда ты соотнесением у тебя идет всегда с предыдущим. Нет, это понятно, что может быть возвратом. Это на самом деле своего рода как… Можно считать, что следующее следующее возвращается к предыдущему, то есть как-то повторяет предыдущий ход, а можно считать, что у нас дальше двигается. Ну, нам нужно с необходимостью двигаться дальше, да. Хотя, может быть, и не... Но она нет никакого основания, что она тройка или двойка. Это как бы новое качество, отличное от качества различия между нулем и единицей. А этого нет в построении. Есть всегда как бы, воспроизводство простого различия. Раз у нас идет производство простого различия, значит мы имеем 0,1. Я думаю, недавно мы говорили о времени, между прочим. Там о времени же не воспроизводится 0,1, правильно? Во времени мы уходим дальше. И каждый раз новое качество. Это у кого какое время? Во время же, вот оно каждый раз новое. А не так, что то же самое. Ну, вот так что когда мы говорим время, даже когда мы говорим время, уже понятно. Что... Неизвестно, что оно какое-то там. Ну как? И, по-моему, свойство времени таково одно из, что это не некое замкнутое. У нас же получается, что замкнутая система, как вот кружок. Да. 0,1 соединены двумя и по кругу движутся. Да, потому что циклическая система. Мы работаем с сущностью и различием этой сущности. Да, циклическая система, а время-то не циклическая же система. Ну, это же никто не знает. Нет, я имею в виду, что я говорю, что как бы... Никто не жил так долго. У нас натуральный ряд, во-первых, получается из того, что он просто есть в нашем опыте, а во-вторых, есть время в нашем опыте, опять же. Можно, это как бы, мне кажется, что вот понятие следующее-следующее дает нам возможность выйти из этого цикла.
А этот цикл, он присутствовал, мы это обсуждали, что каждый раз это может быть повторение того же самого опыта. Следующий, 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 следующий. Это и то, что Игорь говорит. Нет, Игорь другое говорит. Он говорит, что для понятия следующего, следующего достаточно двух значков. Потому что если после ноля единица, а после единицы именно следующее, следующего, ну это может быть опять ноль. Есть следующее, следующего, то есть удерживается 0,1, да, но... То, что различие, полагается петель. Каждый раз следующий, почему? Когда следующий, следующего, чтобы если 0,1, то каждый раз просто следующий. Не нужно никакого следующего, следующего. Просто перебирается каждый раз следующий. Причем не важно, единица или ноль, важно, что он просто другой. Это все. Да, но тогда... Не нужно вообще обращаться к математике. Мы получили какое-то время, то есть просто следующий. Потом следующий, следующий, и все. А прокинуть это, как мы делали, на порядковый счет нельзя, потому что следующий, следующий получается даже в том случае, если мы имеем ситуацию 0,1, а потом... А следующий, мне кажется, если 0,1, то следующего, следующего нет. 0,1 – это ситуация каждый раз следующий. И все. Почему? Следующий, следующий, вот этот следующий, следующего, он как раз отличен от предыдущего и следующего. Вот есть предыдущий, потом следующий, следующего. Он и есть третий. Да, но только это возможно, что это опять ноль. Нет, это как бы, как записать, это уже не важно. Важно, что как бы он и есть нечто, что отличается от предыдущего. Нет, и следующего. Как записать, это как важно, потому что мы не можем его написать двойкой. Нет, это двойку, про двойки можно вообще потом. Как бы. Вначале же мы просто получили порядковый счет, в котором просто определенного рода как-то расположены, сущности расположены по счету, по порядку. Они никак не обозначаются цифрами. Просто мы знаем, допустим, что как вот этот вот, вот эта сущность, для нее вот столько раз следующее, это надо следовать. То есть порядок как бы отличается же от количества. Ты говоришь про количество, я говорю, про количество пока нет, да, но есть порядок. Понимаете, у нас, мне кажется, немножко другая логика. 0,1 – это чистое различие. Да. А мы о чем говорим? Мы говорим, что сначала есть вот-вот. Вот-вот есть две стороны. Одна сторона возвращения к тому же самому. И это мы отбрасываем как немыслимую ситуацию. А другая сторона вот-вот – это переход. Переход и... Само мышление перехода, говорили мы, дает нам понятие иного. То есть мышление перехода дает понятие иного. Это вот как бы такое логическое движение. Когда я мыслю переход, не просто возвращение к тому, а переход, то тем самым я мыслю иное. И это иное превращается в следующее. Оказывается следующим, потому что никакого другого смысла инаковость не имеет. Кроме следующего. То есть мы говорим не о чистом различии, а о том, чего в математике в принципе нет. Наверное. Понятие, это феноменологическая какая-то картинка, или логическая. Мысли переход, говорил я, мы тем самым мыслим иное. А иное оборачивается следующим. Причем при мышлении следующего мышление перехода сохраняется. И сохраняется таким образом, что мысли следующие и мысли переход одно и то же. Вот ситуация следующего. И уже к нему выстраивается таким же образом, выстраивается следующее следующего. При том, что первое следующее содержало в себе переход к нему, и переход и делало следующее следующее. Переход и делает следующее следующее. Переход – это и есть установление отношений следующего и предыдущего. И он удерживается в мышлении следующего. И к такому следующему мыслится следующее следующее. То есть как бы переход к переходу. А поскольку мышление перехода и мышление следующего не различены здесь, то мы имеем стрелу, а не увеличение. Просто стрелу. То есть просто... переход не явлен как переход. Их же мог бы сказать на это, что у вас заранее множество упорядочено заранее, что есть следующее, следующее, он как бы найдется.
Потому что когда говорите, что следующий, это означает, что уже заранее известно, что следующий есть, что его можно найти на своем месте. То есть, может, уже заранее у вас упорядочено. А может, оно не упорядочено заранее. И как бы вы задаете вопрос, есть ли следующее. А это не что иное, как возврат, опять же, к исходной ситуации, если это следующее. Может быть, нет этого упорядочения. Ну как же, Влад, если мы... Нет, начали... я имею в виду, что Игорь вам мог бы так возразить. У вас как бы в основании лежит, что следующего есть. А есть ли он? Мы же не задаемся вопросом, есть ли... Можно ли такой вопрос поставить? Ну, просто телесность инаковости. Просто если вы действительно настраиваете телесность инаковости, то есть всякий раз у нас инаковость возникает, как таковая, то тогда и картинка 1 плюс 1 невозможна, потому что чтобы получить, что у нас прибавление к единице, чтобы получить двойку, будет одно, а прибавление от двойки к тройке, чтобы получить единицу, будет и второе, и так далее. Вот что делать. Еще раз. Не, математически тяжело дается на самом деле. Просто вы же говорите, что всякий раз, когда мы мыслим переход, мы мыслим этот переход именно как что-то принципиально иное. Итак, иное. Угу. То есть, как переход к иному? Да, принципиально иному. Таким образом мы это и... Ну, что значит принципиально? Конституируем, например. То есть принципиально иное. Но если мы конституируем это принципиально иное, то есть принципиально и... Каждый переход уникален. Да, то каждый переход становится уникальным, да. Тогда вы... Переход от единицы к двойке, к тройке. Это разные переходы к разному иному. Раз оно иное. Да нет, тройка это просто иное и иного. Почему? Никак уникальность, мне кажется, переходы здесь. Нет, если оно всякий раз мыслится иное, как иное, то тогда у нас тройка уникальна, четверка уникальна, каждый переход их уникален. А если они не уникальны, если это и новость есть, то отрицание предыдущего, тогда у нас 0,1. Ну в каком случае он уникален? Просто переход к совершенному переходу. Или от совершенного перехода. Нет, ну, конечно, другое уже тем самым. Инаковости нету, уникальности инаковости. Если это есть простое как бы, отрицание предыдущего, то тогда 0,1, 0,1. Достаточно, Игорь, да. Что это достаточно 0,1, для чтобы всю эту картину выстроить. Да, и тогда нет. Да. А если это есть, тогда у вас нет сложения плюс единицы. Слушай, ну да, я немножко отвлекался, но кажется, ничего не потерял принципиального. Как ведь было дело? И как это самое дело до сих пор обстоит? Вот в этом полагании рядом указывание. Полагается вот, ну и так далее. Да? Игорь, когда ты спрашиваешь о том, вот это полагание следующего вот, оно полагание принципиально иного или как, то простого ответа на твой вопрос нет. Потому что, если ты помнишь, в самом начале, когда только начиналось воспроизведение, была большая проблема понять, мы переходим к другому вот, или мы воспроизводим все то же самое вот, оставаясь на месте. То есть, как бы перехода не происходит, а происходит некоторое воспроизведение стояния на месте. Решение состояло в том, что все-таки это переход к некоторому иному вот. Но содержательно, вот это вот от следующего вот ничем не отличается. Поэтому, если ты хочешь спросить, что принципиальность этого следующего иного, она в чем выражается? Она выражается в дальнейшем, как выясняется, только в том, что в вот переходе. Это... А? Только в переходе. Да. Что мы начинаем удерживать не просто само полагающееся вот, но и переход, благодаря которому оно совершилось. И чем лучше мы умеем удерживать этот переход, тем больше он нами, тем более явно он нами осознается, и оказывается, что мы сознаем не просто и некоторое вот это самое вот, да, а и все предшествующие переходы. То есть мы как бы содержательно, вот это вот ровно такое же, как предшествующее. Но просто за счет того, что мы удерживаем сознание перехода, у нас получается не просто вот, а вот с предысторией. Потому что второе вот заключает в себе переход. Поэтому третье, ну условно говоря, третье ко второму,
будет, а второй уже включает уже все переходы. Если у нас переход совсем удерживаем как нечто самостоятельное, сам по себе переход. Вот это сам. Нет, здесь не сам по себе, здесь мышление второго и мышление перехода совпадают. В этом особенность следующего. Ну да, это к следующему, да, то есть мы мыслим либо вот так, либо вот так, да, ну и так дальше. То есть мы, как бы, нельзя сказать, что мы в этом переходе всегда мыслим только изолированное вот. Мы постепенно научаемся мыслить это изолированное вот, относящееся к предшествующим полаганиям и к предшествующим отношениям. А уже вот на стадии этого условно сложения, это в наиболее нам сейчас доступной совершенной форме, когда ясным образом удерживается и это, и отношения между ними. То есть как бы вот такая тройка удерживается. Олег Михайлович предлагает эту ситуацию. А каким образом они удерживаются, если они во времени последовательны? А? Если они последовательны, как вторая тройка удерживается? А время – это всего лишь форма нашего удержания, это форма сознавания вот этого самого ряда вотов. Время. Когда мы во второй точке, уже не в первой. Вот так. Да, совершенно верно. Поэтому сейчас, когда мы перешли к иной форме мышления по поводу этого отношения, то вопрос о времени, ну как сказать, не то чтобы снимается, но у нас получается, что мы можем вот эти вот два вода оказываются одновременны во времени, если ты хочешь в этих терминах. Я просто делаю то, что я подозреваю, что вообще время является основанием того, что вообще этот ряд упорядочен. Не частично упорядочен, а именно упорядочен. В некотором роде, конечно. Поэтому отказ от времени, это будет означать, что как бы вообще... Это не отказ. Подожди, Булат, еще раз. Это не отказ. Просто мы в своей попытке понять, что же происходит в этом бесконечном полагании, вот, мы как бы понимаем про него все больше и больше. На каком-то этапе мы поняли, что это время текущее, однонаправленно текущее. Мы поняли, почему именно однонаправленно текущее. Сейчас мы совершили еще парочку шагов, и мы говорим уже об этой связи не как о времени, в смысле течения, да? А если говорить это в словах «время», то это одновременное сознание, одновременное вот это, вот этих самых вот. Так в опыте одновременности это нет, да? Это как? Ну, что здесь опыт? Опыт в опыте мысли – это происходит. Если мы берем... Нет, оставайте реплику. Если мы берем переход уже вот так, в следующем мы вообще не отличим, вот так вот в рост, в оба вот. Если мы берем его вот так, вот сам опыт, рефлектирующая мысль, только тогда себя отличает и осознает, как действие, тогда она мыслит вот это вот отдельно, как бы мыслимое опосредование, вот как опосредование, в качестве опосредования. Если мы имеем такую ситуацию, то сам опыт, вот этот опыт мышления, так как здесь, опыт мышления перехода дал нам следующее вдруг. Само мышление перехода сделало следующее. Все, это переход, это ветхозаветная Пасха. Черт, пошли метафоры помощнее так. Переход нам даст как будто бы двоицу. Зажаренный ягненок. Но не в смысле количества двоицы. В каком-то другом смысле. Количество все равно не будет. Ну давайте к этому вернемся. Значит, зафиксировали, да? Сам опыт мышления перехода как перехода, вот Красное море раздерживалось, они пошли. Это называется Пасха. Вот мы мысли. Это само мышление перехода теперь. Как мышление перехода здесь дало нам следующее, так мышление опосредования в качестве чего-то, как бы самостоятельного, чистого опосредования, дает нам одновременно. Дает нам ситуацию одновременно. Просто само мышление перехода таким образом дает нам, я утверждаю это, как самоочевидное что-то.
обращаю внимание, что именно самое... Как мы вышли в переход, так мы... Не было вообще перехода в водах. Было просто много. Возник переход, появилось следующее. Теперь переход мыслится вот таким образом. И получается одновременность двух сторон. Здесь тоже были две стороны, но они были одновременно, они были последовательны. Причем последовательно как-то не так, что одно уже кончилось, а другое началось. Мы говорили, хоть возвращаясь и думая, потому что это очень-очень-очень так странно. Мысль следующая, говорил я, мысль следующая, то же самое, что мысль переход. А переход есть отношение. То есть мысль следующая, то же самое, что мысль отношения. Следующую и предыдущую, говорил я. Мысль следующая, то же самое, что мысли отношения, следующего и предыдущего, это тезис. Он позволяет вот, преодолеть ситуацию обычного представления о следующем, когда есть следующее, предыдущего уже нет, значит, какое же оно предыдущее. Я приложил совершенно вот искаженную ситуацию, совершенно другую ситуацию. Я сказал буквально следующее. Мысли следующее. Значит, мысли отношения следующего и предыдущего. Это одно и то же, сказал я. Вот такой тезис относительно времени. Поэтому мысли следующего и следующего. От какого следующего? Этого следующего. Но мысли это следующее и мысли отношения следующего и предыдущего одно и то же. Поэтому здесь получается следующее и следующее. Потому что все удерживается. Это время, которое как бы себя вот но все-таки это следующее. Это все-таки не разворачивающийся свиток, это все-таки следующее и предыдущее. Ну да, на этом уровне мы понимаем, почему время однонаправленно. И только это. Вот если говорить о отсылать к таким понятиям. Ну, двоицу мы, допустим, так это том, получили, но тройку мы уже не можем отсюда получить. Никакой плюс единицы, естественно, у нас не будет. И поэтому у нас всегда будут повторения вот этих отношений, да. Каждый раз двоица будет. Да почему каждый раз двоица? Ну, откуда трое третий-то возьмем все время? Это сложение как чистая формула мысли, просто вот отвязанная вот от этой школьной дидактики в виде счета. Где нам обязательно надо получить тройку, четверку, еще что-то. Сложение как чистая мысль. На этом этапе получается вот такое. Раньше, на предыдущем этапе получался счет. Чтобы сложение получить, надо сначала количество. Тоже, счет в качестве чистой формы. Количество, откуда? Вот почему вот был порядок. Где переход к количеству? Где тот случился скачок, что порядок стал количеством? Где он? Переходы все просто фиксируем. Двоица введена как? Что любой переход всегда как бы это раздваивается, да, на начало и конец. Вот двоица получены, допустим. И то как-то хитрым способом. Но количество, мне кажется, все равно не получено из этого. Нет, смотри, вот. Чисто технически, чисто терминологически, я могу показать, где появляется количество. Если не спорить о словах, что количество не количество, да, но вот о чем идет речь? Количество появляется тогда, когда мы в состоянии мыслить одновременно. Вот пусть, допустим, в таком изображении, как Олег Михайлович предлагает. Когда мы мыслим одновременно два полагаемых вот и Мы просто отношения мыслим. Чистые отношения. Да, но мы это... по своей структуре имеет начало и конец, и можно считать. Не-не-не-не-не. Что оно бывает? На самом нельзя сказать, что мы мыслим только отношения. Вот это неправильно. Мы мыслим отношения в качестве самостоятельного участника, а именно отношения между вот и вот. Так эти вот может быть одно и то же? Нет, они не могут быть одно и то же, потому что между ними отношения. Ну, отношения, ясно? Возьми его кружком, нарисуй все. Как рефлексия раньше, мы, помните, рассматривали, у нас был каузус суи, она рефлексировала саму себя. А при чем здесь это кружком, не кружком? Ну, потому что эти вот ты различил их здесь, это одно и то же, это один и тот же предмет один. Нет. То, что мы вот различаем, еще раз. Воты разные, а предмет один. Да нет никакого предмета. Мы не предметы считаем, считаем воты.
Правильно. Между этими вотами, как бы. Если, но даже вот. Можно выстроить отношения. Булат, еще раз, ты сам себя послушай, что ты говоришь, да? Воты мы различить можем. Но этого и главное. Потому что здесь провести какую-то осмысленную разницу между вот и предметом. Но третий вот уже мы не можем отличить от первого вот. Потому что третий вот это будет повторение второго. А вовсе почему нет? Так, давай по порядку. Значит, я имею какой... в смысле троицы, Подожди. Сначала про количество, да? Про количество. Чисто технически количество возникает в тот момент, когда мы мыслим одновременно два вот и отношение в качестве самостоятельного члена этой ситуации. То есть оно не является срощенным ни с одним из них. Оно мыслится в качестве самостоятельного. Вот в этот момент, говорит Олег Михайлович, возникает количество. Поэтому. Почему? А что? Почему количество возникает? Почему количество? Ну, видимо, на том единственном основании, что мы разом, одним актом, мыслим два вот. Ну, а тут не вполне это. Можешь также возразить, что вот мы заранее знаем, что такое количество, и поэтому разом мы мыслим два раза, и поэтому это количество. То есть мы заранее знаем, что такое двойка, потому и мыслим это как количество. Но если бы мы не знали заранее двойку, ну, это, у нас и раньше были эти воты стояли. Что нам дает одновременность? Эта одновременность нам дает то, что мы, раньше в каждый какой-то акт мысли, мы мыслили один вот. Просто мы по-разному мыслили то отношение, тот переход, который связывает эти самые воты. Вот что происходило. Мы по-разному мыслили переходы. Но в каждый раз, в каждом акте мысли мы мыслили один вот с различно понятым переходом. И мы первый раз мыслим два вота одновременно. Почему Олег Михайлович говорит, что вот они и два? Почему это количество? Потому что их первый раз мы их научились в одном акте мыслить две штуки. И мы не можем при этом... Только потому, что помыслили отношения... Да. И они не могут слипнуться, потому что мы при этом мыслим отношения между этими двумя. Он вроде как это отношение странную роль выполняет, потому что это, с одной стороны, это как бы часть полной картины, а с другой стороны, это никакое не вот, это отношение между двумя. Вот. Получаем двоицу, типа, да? Дальше, а теперь получаем как троицу получить? Как получается тройка? Опять-таки, что я себе при этом понимаю? Поскольку это все у нас происходит на материале вот этого самого воспроизведения бесконечного, да, то у нас мысль не останавливается, не фиксируется на этом переходе, на мышлении двойки. Происходит полагание следующего вот. Но поскольку это полагание следующего вот делается технически точно так же, как это было с двумя, то есть отношение, переход мыслится отдельно, но... Вопрос только в чем? Это отношение к чему? Только ли к этому предыдущему или к этим двум соотношениям разом? Вот в чем вопрос. И ответ на этот вопрос, кстати, может быть, тут следует рассмотреть, что произойдет, если мы мыслим просто отношение к предыдущему. Ну это ладно. Но как бы общий ответ на поставленный мной вопрос, к чему я отношусь, не просто к этому вот, а вот к этой конструкции целиком. Поэтому получается, что в качестве вот этого левого члена сообщества выступает вот эта штука. Не один вот, а вот эта вся штука целиком, что позволяет нам мыслить. Целиком. Нет, тройка не возьмет, нет, потому что чтобы было три, должна быть однородность. Однородности нет. Есть конструкция X слева и конструкция справа. Это как X, Y есть. Опять, но не двое, никак не три. Чтобы было три, надо, чтобы было три однородных вот. Ну, как морковки. Две морковки, три морковки, четыре морковки. А у нас с левой стороны конструкция какая-то странная, которая X. С правой стороны как бы вот это Y. X и Y. Нет однородности. Почему мы говорим, что здесь есть однородность и есть... Как сказать? Значит, смотри, во-первых, я... Вы сами говорили, что ряд должен быть, чтобы...
чтобы что-то получилось. Но ваш ряд-то, я не знаю, даже он есть, нет, времени нет. Мы же вопрос обсуждали, да, шахматная фигура. Плюс один, откуда возьмем? Тут на самом деле надо показать, что плюс один. Еще с чем-то мы обсуждали. Там тоже. Ну вот, кстати, на материале тройки, по-моему, впервые можно говорить про плюс один. Почему? Потому что, смотри, вот если здесь это просто была некоторая уникальная ситуация, в которой мы вот мыслим, условно говоря, два, да? То когда мы мыслим три и понимаем, что мы относимся не просто к предыдущему вот, а ко всему комплексу двух вот, связанных отношениями, то получается, что у нас мы мыслим тройку в смысле, что два плюс один. Но тройка-то откуда взялась? Ну, мыслим два, как бы, да? Что-то ну, еще одно. Подожди. Ты согласен с тем, что когда мы мыслим вот это изолированно, то у нас получается два? Что такое количество? Количество это означает, что вот я... Плюс, чтобы один плюс один сделать, надо, чтобы в двойке были также две единицы, чтобы они были однородные, чтобы ты не прибавлял, условно, слонов там, да, и там... Да, тебе надо, чтобы узнать, что у тебя здесь... Чтобы это... они были однородные... Однородные. Подождите, ребята, подождите. Вот, вот с однородностью очень просто. Однородность этих вотов у нас давно есть. Только отношение к отношению. У тебя ну, следующая конструкция, она иная. Подождите, вы спрашиваете о чем-то одном. Давайте и с этим одним мы будем разбираться. Если вопрос о том, однородны ли вот эти вот, они безусловно однородны. Потому что в самом начале нашего построения вот, воспроизведения, они настолько были однородны, что для нас был вопрос. Я когда воспроизвожу вот, я воспроизвожу другое вот или то же самое вот. Они настолько были идентичны, что мы внешне задавались этим вопросом. Для того, чтобы сказать, что там тройка, ты заранее должен был знать, что их три. Нет. Ты не вывел тройку, а сказал, нет, что их три, потому что ты знаешь, подожди, что такое. Подожди, это другой вопрос. Это другой вопрос. А я тебе говорю, что если следовать... Нет, чисто... подождите. Давайте по порядку. Есть какая-то конструкция, которую ты назвал два. К ней добавилось отношение к отношению. Почему это будет три, непонятно. Давайте по порядку. Значит, был они, вопрос. Да, они слоны после как они. Был вопрос, однородны ли эти элементы? Я говорю, да, они безусловно однородны. Подожди. Был вопрос. Я даю на него ответ. Нет, нет, ты неправильно даешь ответ. Однородна ли двойка и вот все вот это вместе взятое? То есть то, что назвали бы мы тройкой. Вот надо тебе сказать, что однородна двойка и вот эта вся конструкция. Нет, у тебя же появилась принципиально иная ситуация. У тебя появилась ситуация отношения к отношению. Да, это новое добавилось. Отношение к отношению. И теперь ты апеллируешь к твоему старому доисторическому опыту и говоришь, что вот тогда-то они были у тебя однородны. Ну так тогда-то и отношение к отношению, к отношению, к отношению не было. Не было. Но были вот. Вот эти самые вот содержательно ничем не изменились. Все, что изменяется, мы мыслим, переход. Совсем не так. Раньше они у тебя были телесные, то есть они у тебя все время находились, их обособленность была у тебя за спиной. А теперь они, они и сейчас телесные, потому что... А теперь эта штука, она оказалась перед тобой. Не-не-не. Это разные вещи. Ну да, но она оказалась передо мной в каком смысле? В таком смысле, что форма в себе различила телесную, чувственную и мыслящую. Именно это выразилось в том, что... Форма впервые смогла помыслить отношения в качестве отделенного от ряда положенных вот. Поэтому, когда вы спрашиваете об однородности элементов, об однородности не элементов, а этого ряда, я понимаю, который, что три как бы однородно двойки, что они между собой плюс один, что разница в единице. Чтобы сказать, что разница в единице, это тройка и двойка у тебя получена, должны быть получены одинаково, быть однородными. Они получены по-разному, потому что да, в одном случае отношения, а в другом отношении к отношениям. Легко же себе представить ситуацию, когда идет у тебя единица, двойка, потом 3,4, потом 4,6. В этом случае... А вот это откуда у тебя берется? Ну, например, ряд Фибоначчи. Ну, это вот так получилось. Ну, это, например, никак это не получилось. Может, именно так, потому что еще у тебя раз, акт, количество возникает. Прошу прощения, потому что у тебя акт отношения к отношению да. не однороден акту отношения, просто да. одно отношение. А количество нам дает не сами по себе отношения, а те элементы, которые этим отношением связаны. Я говорю потом заранее, ты знаешь, что такое тройка, и ты считал элементы, которые входят в твою конструкцию. Нет, давайте по порядку. Во-первых, соединяются однородные элементы, вот их. То, что они связаны между собой отношениями
И существует не просто отношение между двумя элементами, но возникает отношение к отношению, это другой вопрос. Это не вопрос однородности. У тебя раньше... Мы говорим про однородность. Два, три, четыре и так далее. Другой вопрос однородности. Однородность чисел, которые ты получаешь. Двойка, тройка, четверка. Слушайте, вы что, хотите сказать, что в математике тройка и четверка это одно и то же? Ну, для того, чтобы было сложение, они должны быть однородными. Еще раз. В обычной математике тройка и четверка однородны в каком смысле? Смотри, у тебя есть упорядоченность шахматных фигур. Пешка, конь, слон, ладья. Ну и что? Ну, это упорядоченное множество, упорядоченное. Они все да. фигуры. Как все фигуры, они однородны. Но они обладают качествами, которые не позволяют на это пространстве задать сложение, то есть плюс единицу. А в чем аналогия с этой ситуацией? Ровно та же самая ситуация. Нисколько. Мы не складываем, например, 1 килограмм с 1 миллиметром. Понимаешь? Еще раз. Вы это говорите в каком это смысле? Мы говорим в том смысле, что когда появилось отношение к отношению, изменилось качество третьего или вот этого элемента. Нет. Нового. Нет. Ну почему? Надо доказывать, что это не так. Да. Что тут доказывать-то? Я даже не понимаю, что здесь доказывать. Если это воспроизводится... Ну, надо доказать. Суть этого вопроса состоит в том, что скачок количества где? Вот самая-то проблема состоит, что вот количество надо вывести. Конечно, не просто сказать, что оно есть. Мы и так понимаем, что оно есть. У тебя ясно, ты можешь сказать в любой момент, что у тебя слон, это есть отношение к отношению коня и пешки. Но из этого эта штука одного... Еще раз, Игорь, ну ты без конца путаешь. Когда ты приводишь пример с этими морковками и яблоками или с шахматными фигурами, твой пример говорит только одно, что элементы, которые связываются в этом... в этом некоторые поля, в это некоторое множество, они разные содержательно. Здесь этот вообще аргумент не работает, хорошо, потому что... Потому что здесь содержательно это абсолютно одинаковые, пустые, равные себе и друг дружке воты. Вот и все. У меня есть как бы возражение. Поэтому, подожди. Поэтому никаких ладей и слонов здесь быть не может. Хорошо, поэтому, хорошо. Когда вы спрашиваете об однородности, и я говорю, что однородны элементы, из которых складывается количество, вы говорите, что это неправильно. Нет. Почему? Почему это неправильно? Потому что мы могли получить сразу, допустим, 9. Вот двойка, а следующая девятка идет. Как да. ты докажешь, что это тройка? Да. Как не потому что их три. Ну как три? Ну потому что ты знаешь, что тройка. Потому что посчитаешь, что три. А почему не девятка это? Почему не девятка? Почему не девятка? Чем хорош? Чистый пример. Да потому что здесь... Чистый Фибоначчи, он чем хорош-то? Чистый Фибоначчи пример, что вроде бы в каком-то смысле они тоже такие же пустые, но у тебя есть отношение к двойному отношению, и это у тебя отношение да, кстати, к двойному почему? Отношению, да. оно будет устроено существенно иначим образом, чем предыдущая эта штука. Следующее число – сумма предыдущих двух. Вот, пожалуйста, тебе отношение к отношению. При чем здесь это? Это здесь совершенно ни при чем. Если вы спрашиваете, почему здесь... Это при чем? Потому что чисто Фибоначчи точно такие же пустоты. Пустые они. И не как шахматные фигуры, у которых но, правда, у коня есть молодочка. Надо понять, что равномощно в принципе натурального ряда, и в принципе это как бы поэтому... Ну блин, при чем здесь равномощность? Ну в том смысле, что какая разница? Равномощность еще это лесом... Да, я понимаю, но в каком-то смысле... Не, просто сложения здесь нет, но переход какой-то есть там, и все равно весь ряд будет пересчитан, условно говоря. Да, но причина каким способом? Ни одного. Другим, ни одного. Каким ни одного? Поэтому сложения нет. Слушайте, ну, ей-богу, если следовать вашей логике, если получается так, что поскольку тройка возникает в результате отношения к отношению, да, то тогда на этом же ровном основании вы должны считать, что тройка и четверка неоднородные элементы. Ну, и они не могут... Конечно, мы так и считаем. Мы же и говорим, в этом нет однородности. Двойка, тройка, четверка, которые получаются в результате... Нет. В математике, в натуральном математическом ряду. Вот что вы тем самым говорите. В математике там они заранее уже положили, что все однородно. Нет, а вы тогда должны критиковать математический ряд ровно на этом же основании. Нет, потому нет, что, мы, может, извините, должны, но... здесь четверка, а тут но тройка. Для математиков не, это все равно, не, понимаешь, не... математикам это все равно, поэтому мы можем сколько угодно критиковать, мы же философией занимаемся. Ну вы просто при... как бы, ну, как еще вам, как еще вам сказать, что просто критика неадекватна? В чем проблема? Просто издается впечатление, что ты заранее знаешь, что такое тройка, поэтому тебе не... Любым способом получись третий элемент, и это будет тройка, потому что ты заранее знаешь, что такое тройка. Тебе нет, не важно, каким способом я заранее не знаю, что такое тройка. Я заранее знаю только одно,
что происходит воспроизведение вот-вот-вот-вот-вот. Я знаю только это. И я все больше и больше осознаю, что происходит в этом воспроизведении вот-вот-вот-вот-вот. Когда вот-вот были впервые удержаны одновременно, я понял, что это некоторая новая сущность, раньше мне неизвестная. При переходе к следующему вот, я удерживаю одновременно не просто вот это вот и это вот, а удерживаю сразу ее с предыдущим. Когда будет переход к следующему вот, произойдет ровно и это самое, ровно то же самое. Будет осознанно отношение, связывающее не просто с соседним членом, а со всеми предыдущими членами. Ну, чисто Фибоначчи так же. Баранки гну. Да, вот и получается, что и здесь 2, тут 3, а здесь 4. Нет, подожди. В числах Фибоначчи есть сложное правило перехода от одного члена к другому. Здесь правило перехода гораздо проще. Ну вот это же не показано. Как раз числа Фибоначчи, они тем и хороши, что там, да, действительно, есть правило перехода. Что не показано? Тебе не показано однородность. Однородность не показана. Нет, позвольте. Однородность показана? Не показана. В каком смысле однородность тебе не показана? Что 2 плюс 1 получится. Что третий будет 2 плюс 1. 2 плюс 1, безусловно, это будет. Смотри. У меня же здесь вот этот вот. Опять не показано, что 3 плюс 2. Не будет показано, что 5 плюс 3. 2. Потому что пример с чистым Фибоначчи, он так и показывает. А, я, кажется, понимаю. Вы думаете, что утверждается следующее, что вот это вот, это означает 3? Нет. А что думаете? Вся конструкция у тебя означает 3. Есть 2, да. Есть 3. Но что между двойкой и тройкой разница плюс единица, это никак ты не можешь показать. А сколько есть? Ну, потому что ты двойка, надо способ обозначить. Ну, надо А букву набери, а в 3 элемента будет Б. Что Б равно А плюс 1 ты не покажешь. Как? Где элемент? Подождите, плюс 1, подождите, хорошо, давайте так, от противного. А какое бы построение вас могло удовлетворить? Как можно вас убедить в том, что здесь происходит превращение на единицу? Вообще, где бы то ни было, происходит превращение на единицу. Пожалуйста, предложите такое построение. Для этого надо количество вести. Видите? Ну вот в этом проблема, я вот не знаю, как вести количество на базе порядка вообще. Ну, да. Бонзай. Потому что плюс один это плюс количество некое, понимаешь, плюс один это не просто один, это количество. Ну, действительно, существует качественный скачок между количественным счетом и последовательностью элементов. И порядком. Когда мы переходили к другому элементу, это не тогда, было плюс один, это тогда к чему вы, тогда к чему вы все это говорите? Не, ну мы же не говорим, что мы не понимаем. Критиканство. Да, мы не понимаем, что как на самом деле надо. Просто вот как бы пытаемся тоже как понимать. Ну хорошо. Возможно, другого пути-то нет. Олег Михайлович, закрывайте лавочку. А что это за числа Фибоначчи? Ну, давайте напишу. Числа Фибоначчи – это один из способов задавания следующего примера. Он состоит в следующей последовательности. Он состоит в следующем, что у нас есть некоторое правило. Самое знаменитое принадлежит Фибоначчи. Оно состоит в следующем. Берете первый элемент у нас 1, да? Второй элемент тоже 1. Третий элемент у нас 2. Сумма двух первых, да? Следующий элемент у нас будет 3. 2 плюс 1. Но легко догадаться, какой будет следующий элемент. Он будет 5. Видите? Сумма предыдущих двух. Здесь хоп-хоп-хоп-хоп. Тут, по-моему, еще 0 входит. Однородность пропала. Ну, можно, да, сказать. С нуля можно считать. Ну, соответственно, следующий элемент. Это будет 8. То есть у нас есть всякий раз переход, но у этого... Но не плюс 1. Нет. Но не плюс 1. Но однородности нет. И отношение к отношению есть. Да, отношение к отношению всякий раз есть. И вот такое отношение, сложное, красивое, знаменитое самое главное. Очень. В истории науки. Ну вот, он так идет. Ну, соответственно, 13, да, следующее там. Ну и так далее. Вот такая вот вещь. Ну так, это такая вещь, а ситуация с вотами, она почти другая вещь. Ну, однородность мы эту не увидели. Вот надо показать, что у нас вот после трёшки здесь идет четверка.
Что однородность есть, всякий раз плюс один, плюс один, плюс один. Смотрите, мне кажется, проблема такая, если время уже куда-то у нас исчезло, то мы на самом деле, когда следующий вот схват, непонятно какой он там, это вот. Ну, может быть, он следующий вот пятый, может быть. Сначала первый, второй, потом может быть пятый, потом восьмой и так далее. У нас же времени-то уже как такового уже нет. Хорошо, у нас давай, это опыт воспроизведения движения. Давай твой аргумент наоборот. Значит, а у тебя, получается, пропадает какое-то количество вводов. Ну, просто не Но откуда ты знаешь, сколько их пропало? Не знаешь никак. Не знаешь. Да, тогда это, ты понимаешь, что это просто паранойя, да? Что ты беспокоишься, что что-то пропало, но что ты не знаешь, знать никогда не сможешь, но успокоиться ты тоже не можешь. Не, ну, это похоже же на того, этого, как его, туземца, который умеет читать там один, два и много. Он как бы видит, что много, но меньше, чем вчера. Нет, туземец гораздо более здоровый, потому что он не беспокоится, что что-то пропало. Почему беспокоится? Он видит много, но меньше, чем вчера. А сколько меньше, он не знает. Он знает, что меньше, и все. Два разных много. Так же и здесь. Ты видишь, что ты как бы что-то схватил. Что ты схватил там, ты не знаешь. Оно следующее как бы. Но он хотя бы в виде предметов может это восполнить. Он может найти недостающих коров или овец и успокоиться. Более того, можно на самом. Можно это случайное схватывание назвать тройкой. Это же ведь дело как бы договоренности. Другое дело. Но нельзя сказать, что это сложение. Вот в чем проблема. Может хватать какой-то элемент, сказать, это тройка, там хватать, это четверка, но плюс один не доказать. Вот в чем проблема. Потому что плюс один это как прибавление количества. Но мы, пока мы не получим количество как таковое, мы его и прибавить не можем. Ни убавить, ни прибавить. У нас что-то прибавляется, что-то это как бы, или там, например, убывает. Но само количество, как какая-то вот мера, что ли, как вот какие-то единицы, которые можно прибавлять, у нас где-то как-то не образовалась она. Так Игорь же вроде бы сказал, что количество получается, когда мы ставим рядом два предмета. Это двойку получили. Рядом. Не последовательно, последовательно, это как бы время, последовательность, может быть, это еще не количество. Теперь надо три подставить рядом. Да. Ну, только не отношение к отношению, как-то по-другому. Ну их поставили, посчитали, их пять. Да. Вот и все. Здесь же отношение задается определенным образом. Оно задается как отношение к отношению, как сумма первых двух. Да. Третья сумма, да. Сумма первых двух. Это, разумеется, не чистое отношение к отношению, не простое отношение к отношению. Здесь уже есть сложение. Ну это понятно, откуда... это пример. Это да, это пример, но оно может сдаваться дальше случайным образом, понимаете, да? Нет, если оно сдается как сумма, то постулируется, здесь постулируется сложение. Ну, положим, это, что да, сложение да, есть. Просто пример неоднородности. Да. Нет, с одной стороны, предельная обстоятельность, чтобы... Ряд ведь такой же, на самом деле, если вдуматься. Вот ряд такой же, он как бы куда-то вот бесконечность убегает, возрастающий ряд. Но ряд не плюс единица, другой какой-то. Почему не через отношение к отношению? Если мы изначально удерживаем это как две единицы. Это еще может быть только отношением, если мы удерживаем как одновременно. Если вообще единица определена к единице, только в ситуации вот домика. В ситуации одновременности. Они, собственно, есть единица. Она иначе не мыслится. Только как один и один. То всякое еще одно может быть только обязательно отношение, не безотносительным же, к отношениям, только к этому отношению, к этому и. Есть и один, и только так существует один. В этой ситуации. Тогда следующий один будет отношением к и. И один. Один и один и один. Вот такое движение. Это называем, наверное, Игорь прав, можно назвать количеством. Потому что это и дает нам одновременно с двух, одновременно с трех. Один и один и один. Это мы удерживаем. Феноменально удерживаем три. И понимаем, что это три. Почему мы не можем понять, что это три, если не одновременно? Мы вообще-то уже считать умеем, если последовательность мы прошли. А когда они одновременно, они последовательно, возникает
понятие количества. Почему, собственно, его не возникнут здесь? Потому что у нас до сих пор все эти числа были только в порядке, стояли во времени. А нас... теперь они стоят рядом. Причем движение сохраняется, действительно, и. Один, и один, и один. Давайте назовем это количество. Никто же не дал определение количества, правда? Давайте это определим как количество. Тогда будет все нормально. Будет действительно 1 плюс 1 плюс 1. Тогда и становится плюсом. Ну, собственно, и так как бы плюс. И. Просто назовем то, что Игорь сейчас заметил. Я не заметил этого. Что действительно вот это и есть количество. Тогда все нормально. Не будем спрашивать, где количество. Вот количество. Ладно, все на сегодня.